Первый в Греции крематорий открылся на прошлой неделе в 70 километрах от Афин на территории промышленного района Рецона. До этого Греция оставалась единственной страной в Европе, где не предоставлялись услуги кремации, несмотря на то, что 13 лет назад был принят закон, разрешающий эту процедуру. Чтобы кремировать умерших близких, приходилось перевозить тела в соседнюю Болгарию. По данным греческого общества кремации, жители Греции ежегодно тратили на это около 2,5 миллионов евро. Актриса и депутат от партии Сириза Анна Вагина рассказывает, что кремировала мужа в Болгарии. «Мне было еще больнее от того, что все пришлось сделать в секрете, как будто мы преступники. Мы были вынуждены все скрыть, и транспортировку, и то место, куда тело мужа привезли из больницы. Приходил священник, я попросила его прийти, он также сделал это в тайне. И не думаю, что сообщил об этом своему церковному приходу». Греческая православная церковь официально высказывается против кремации и отказывается совершать отпевания над пожелавшими быть кремированными, поскольку считает тело храмом Святого Духа. Архимандрит Серафим Димитрию говорит: «Эта процедура противоречит традициям нашей церкви, для которой гроб Господень – величайшая святыня. Иисус Христос был похоронен, и христиане не могут делать ничего другого. Но церковь не препятствовала строительству крематория. Сами власти не могли найти способ получить от кремации столько же денег, сколько и от похорон». Экологи говорят, что кремация не безвредна для природы. В кремационном центре в Рецоне обещают в полной мере соблюдать европейское законодательство. Владельцы первого в стране крематория выбрали для строительства отдаленный район, где поблизости нет жилых территорий, чтобы избежать бюрократических проблем и возможных жалоб со стороны местных жителей, передает корреспондент Евроньюз Фей Дульгери.